Толстовка, планшет, мягкая игрушка, смартфон. Желания детей в Новый год должны исполняться, уверены единороссы. Акция «Елка желаний» стартовала в Одинцовском округе. Необычная новогодняя елка появилась в штабе местного отделения партии «Единая Россия». Она украшена открытками с мечтами детей. Это ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Каждый из них имеет право на счастливое детство. Депутаты решили вручить ребятам желанные подарки в преддверии праздника. Каждый ребенок хотел бы получить Новому году подарок. Родители это будут делать в школах, это будут делать, но подарков много не бывает же. Да, это вот будет еще один подарок от депутатов нашего округа. Благодаря акции «Елка желаний» заветные желания более 40 ребят воплотятся в жизнь. Дарить чудеса, вернуть радость и веселье в жизнь детей после сложного года вполне по силам взрослым, уверены партийцы. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».